Ну что ж, дорогие друзья, всем привет, с вами Давиди. Вот, прошел примерно час уже. Так, 6 человек попросились в клан, давайте посмотрим. Так, Сахаратула, так, Глеб, Вадим, Витя, Татьяна и Камиль. Давайте примем их. Отлично, место еще в клане есть, так что не забывайте. Ссылка на клан будет в группе. Так, я главный, значит, очков у меня 0. Бой клана можно, кланеров. Заявок пока больше нету. Так, информация. Бой в кланеров. Ну, так, тут пока что нельзя. Пишите в комментариях, я просто еще не знаю, что и как тут. Так, отлично, вот они, мои кланеры. Давайте посмотрим. Так, кто онлайн? Один человек в онлайн, Глеб. Получается, нас сколько теперь? 7 человек пока что. Я думаю, клан быстро заполнится. Так, что это такое значит? Это значит исключить, я так понимаю. Так, что такое ключик, я не знаю. Так, присоединиться. Ну-ка, бой, бой за клан. Он, неужели я появился? Дар 7, вот он. Вот он, я сам. И тут уже кланеры у нас с вами. Кто в моем клане? Будет интересно поиграть. Ну, позже, когда уже наберется 20 человек, будет интересней. С вами поиграем. Так, уходит. Клан, мне кажется, быстро заполнится. Смотрите, как очень приятно, что очень быстро люди вступили в мой клан. Вот, так что мы еще поиграем с вами. А, и тут, видимо, написано место клана. Кто у нас на каком месте? А, это же я, это же я. Ух ты! Это мои ребята, извини, сори. Как я теперь тебя покормлю? Так, надо ему покормить. Отлично. Не того, короче, стрельнуть. Тут нужно посмотреть на наших кланеров. Так, это кто другой. Не из наших. Да, клан довольно-таки интереснее играть, ребят. Ух ты, блин. Да, блин, что ты будешь делать? Андрей. Так, вон оно как. Ух ты, блин. Сейчас мне очень опасно. Блин, извини. Попался. Случайно. Не хотел тебя есть. Так, скоро этот молоток пройдет. Так, Дима. Дима уходит. Дима, видимо, мир хочет. Ну, не знаю. О, спасибо, Дима. Хотя он не из моего клана, но он мне помогает. Так что Диму не трогаем из клана Фа. Надо будет запомнить. Кстати, а где мои прикольные смайлы? Надо будет попробовать выбрать. Давайте покормим. Покормим с вами Диму в шапке, которая лепрекона. Раньше никогда не делился, но теперь вдвоем играть легче. Проще как-то. Когда нас много. Это, видимо, конец карты, я так понимаю. Да, это конец карты. О, Дима, спасибо. Так, немножко его подкормим. А на четвертом месте наш клан. Дима, пока нет смысла кормить. Пока никого нету. Так, тут можно соединиться. Я думаю, она мне пока ни к чему. Нужно найти каких-нибудь здоровых парней. Ух ты, допустим, вот он. Плохой.
Можем ли его мы одолеть? Не знаю. Но он турбо включил. У меня скорости нет, к сожалению, пока что. Для крутых, у кого VIP есть, у меня нет VIP. Олег, не из нашего клана. Так, ну я видел своих соклановцев. Я думаю, они должны тут играть. 3% у меня. А, Дэви 40. Дэви и МВ с вами лидирующие такие. На первых местах. У нас пока мало процентов. Я, кстати, не вижу этих здоровяков, где они, интересно, все. Массу тоже не видно, какая у меня масса. Надо было в настройках, по-моему, настроить можно. Так, игрок ХДС. Интересно, сможем ли мы его съесть? Давайте попробуем. Опа, почти что. Почти сели. Ух ты, там еще кто-то. Не знаю, получится, нет, мне его съесть. Что ж ты будешь делать-то? Ух ты, блин. Неплох. Так, мы хоть что-нибудь принесли нашему клану. Так, очков одно очко. Так, Глеб тоже одно очко нам принес. Очков за неделю у нас. Так, можно присоединиться, но они не онлайн. Место, да, 638, но я думаю, мы с вами быстро наберем. Звание, так, дворовая шайка, надо 10 тысяч набрать. Так, ну что ж, в клане намного интереснее играть. А свой ник можно как-нибудь так, рекруты, информация, редактировать. Смайлов, что, нельзя более крутых смайлов с вами выбрать? Вот, давайте этот Спанч Боба выберем. И в клане уже будем. Бой за клан. Так, интересно, почему-то сейчас я не появляюсь. То есть обязательно должен быть кто-нибудь из соклановцев, я так понимаю. Смотрим, может кто-то еще присоединился. Нет, пока что никого нет. Ну, 6 человек уже есть у нас. 2 человека онлайна. Ну что ж, бой за клан, давайте. Сейчас, я думаю, должен появиться. Так, ну я не знаю, друзья мои. Ага. Вот двое игроков в онлайне сейчас. Пытаюсь играть в бой за клан, но мне почему-то не получается. Может, я что-то не так делаю? Так, по идее, я должен появиться. Я не появляюсь. Хотя, дар 7, смотрите, уже кто-то есть. 2%, то есть. Они играют на этом сервере, а я почему-то не могу в него зайти. МВ на первом лидирующем месте. 58% у них. Ну, ладно, думаю, в другой раз поиграем, давайте. Клан мы уже создали. Поиграем, потом зайдем опять сюда, посмотрим, может быть, кто-то еще хочет подать заявку, присоединиться ко мне. Вот, дальше посмотрим. А пока что просто поиграем. Так, начнем. А, любой за клан вообще нельзя было играть. А просто игру я могу поиграть, а бой за клан пока что нет. Или... То есть, ну, в определенное время, когда, допустим, бой клана происходит, как-то в группе это оповещается, и тогда можно играть. Ну, не знаю, честно говоря, как все происходит. Ну, все равно приятно, когда ты уже... Так, когда ты уже в клане. Вот он, рейтинг клановцев, у нас 2%. Может быть, сейчас я именно играю бой за клан. Пока не знаю. Так, личное ускорение. Давайте кляп его наклеим.
Ух ты ж, блин. Меня сейчас, возможно, съедят. Да, съели. Хорошо, я немножко по-другому сделаю. У меня есть ли молотки у меня? У меня 69 молотков. Я даже, наверное, вот эти возьму. Вместо вот этих, да, молотки намного круче. Также кляп нам тоже пригодится. О, отлично, спасибо. Что же он раздваивается-то? Так, ладно, я думаю, сейчас мы нормально с вами заработаем рейтинга. Ух ты, блин, я не знаю. Думаю, стоит рискнуть, да? Так он. Вот, отлично. Молоточек рулит, ребят. Мне нравится этот молоток. Так, на каком мы месте? Мы с вами. У нас 2%. Вот он меня сейчас съест по-любому. Надо от него убегать. Отлично. Так, и тебе кляп. Кляп не успел кляп сделать ему. Ладно. МВ лидирует у нас с вами. Ух ты, спасибо. Супермен какой-то. Ах ты, он меня съел. И смеется. Супермен, значит, мой друг, я так понимаю. Вот, Кенни подходит, оранжевый у него костюм. Прям в тему. Играю я плохо, сразу говорю. Ух ты, блин, неужели он меня будет есть? Давайте от него спрячемся. Тут нужно раздваиваться часто-часто при любой возможности. Это я уже понял, раньше наоборот хотел быть в весе, а теперь понимаю, что лучше раздваиваться, это очень помогает. Ух ты, ух ты, ух ты. Отлично, 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 ребят. А там здоровяк какой, смотрите. Зачем он ест эту кучку мелкую? Или наоборот, это выгоднее? Тут, наверное, все в зависимости от того, сколько ты съешь, а не от количества веса. Ну, не знаю, это я так пока что пытаюсь рассуждать. Почему он такую мелкую кучу пытается съесть? Отлично, отлично. Давайте сделаем так. О, спасибо. Ах ты, блин. У них у всех есть это. Покушал и меня съел. Продолжаем. Очень интересная, увлекательная игра. Она мне полюбилась. А, блин, успею, нет? Кенни, ну ничего страшного. Кенни постоянно убивает, и он возрождается все же. Ух ты, неужели он меня съест? Мне вообще смысла нет. Он меня, возможно, сейчас попытается съесть. Давайте убежим лучше от него. Ух ты, блин. Не успел. Пока не может есть, но это быстро проходит. Соединился. По крайней мере, меня боятся. Знаю, что у меня много всяких ништяков. Так, Ивангай тут играет. Интересно, правда ли это Ивангай или нет? Так, давайте тоже с ним поздороваемся. О, спасибо. Так, круто. А, пока не могу использовать. Блин, там здоровяки, короче, давайте от них убегать подальше. Ну, так, благодарствую. Давайте возьмем ускорение. Нужно кого-нибудь съесть и кляп наложить. Не забывать о кляпе. Ух ты, не тот, не тот. Зачем я клян использовал? Кляп.
Так, отлично, отлично. Не получилось. Возможно, меня сейчас съест. Давайте убегать от него. Ух ты! Благодарствую. Протягиваю весь сил. Кто там такой интересный? Хорошо, сделаем так. Молоточки у меня еще есть. И один кляп. Надо их оставить. Идет собирать. Ух ты, блин, съел нас Дима. Ну, по крайней мере, я стал делиться. Вот раньше я был жадный, я сейчас понял, что нужно помогать друг другу. Блин, сложно быть лидером. Так, Супермен нам в раз помогал, я думаю, он не опасен. Так, спасибо. Спасибочки. Ух ты, сейчас меня съест, наверное. Или может ему кляп? Давайте на него кляп наложим. Ух ты, смотрите. Зря раздваивался. Вовремя это я. Так, благодарствую, мэн. Так, вот они, оранжевые мои друзья. Не будем их есть. Давайте напишем, что мы вместе. Мы сила. Супермен. Супермена мы с вами не будем есть. Блин. Что ж ты будешь делать? Как же... Да уж. Играю я хреново. Что сюда положить? Замедлялку. Давайте замедлялку. Она нам поможет. Хотя бы вот такую возьмем. Теперь у нас замедлялка и молоток. Сейчас нам будет намного проще играть. Хоть мы и не быстро едем, но зато можем замедлить кого-нибудь другого. Чтобы съесть. Ох ты, блин, меня съели. Как быстро. Ладно. Давайте посмотрим, что у нас в клане творится. Очков за неделю. Смотрите, мы набираем. Я всего лишь одно очко с вами принес. Присоединиться к Глебу. Почему-то не могу присоединиться. Бой за клан. Так, ладно, тут ничего не происходит. Начнем играть. А, вот. Выберите комнату для клана. Да без разницы, какая. Вот теперь мы с вами играем за клан. Вот, я понял наконец-таки. Сразу не мог разобраться. Оранжевый, конечно, ему лучше шел, Кенни. Потому что он в мультфильме тоже был оранжевым, у него костюм. Так. Так, отлично, отлично. Ништяк. Теперь нам надо... На 10-м месте наш клан. Ты, блин. Да, елки-палки. Мне помогли, конечно. Я думаю, надо валить отсюда. Руслан сейчас меня легко сможет съесть. Так что я думаю, стоит убежать. Так, а тролль Фейв какой-то. Его не стоит есть. Я думаю, мы тут с вами сможем обойти. Пока что с вами тут гуляем. Так, дадим ему немножко похавать. Так, фишка. Нет, 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 убегаем, убегаем. Сильно большие они. Мы пока что с вами на 9-м месте. Ими тут надо тусоваться. Сейчас съест же их, съест. Так, неплохо.
Так, ладно, сейчас думаю, возможно, догоню его. Так, просто блистательно, великолепно. И долиха какой-то. Так, ладно, его не трогаем. Я бы мог раздвоиться, но он просит, чтобы его не трогали. Давайте немножко его покормим. Надеюсь, он меня не будет убивать за это. Четвертое место у нас. Так, ну сейчас мы неплохо с вами сыграли. Так, там Тим какой-то. Кого-то все равно придется есть, ребят. Так, попаду, нет. Попал, отлично. Так, давайте еще один топорик. Тим, не знаю, поможет он нам или нет. Я пытаюсь съесть Тима. О, блин. Вот это да. Ну, это, повторяю, ребята, игра, так что ничего страшного нет в этом. Так, отлично, я от него избавился. Давайте Богдана попробуем съесть. Ах, блин, не получилось. Ну, с вами хотя бы побывали в топе. Хоть ненадолго, но все равно. Все, проигрываем. Так, что у нас в клане? Как дела обстоят? Пока что никого нету. Так. В игре в БТ-7. Ну-ка, давайте пробуем присоединиться. Не получается, не знаю почему. А ладно, ребят, в других сериях поиграем попозже. Успевайте подавать заявки, пока у нас место есть. Сколько у нас осталось места? Сейчас у нас 7. Еще 13 мест есть, так что присоединяйтесь. Вот. Ну а с вами был Дарит, ребят. Всем до скорого. Пока-пока.